Возвращаемся в столицу. Прогуливаясь по Москве, можно встретиться с Эдвардом Сноуденом. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США рассказал, что свободно передвигается по столице, и при этом его знания русского языка хватает лишь на то, чтобы сделать заказ в ресторане. Хотя большую часть времени он говорит именно на английском, со знакомыми, в интернете и общаясь по работе. По словам Сноудена, он все еще надеется вернуться на родину, так что продолжает жить по североамериканскому восточному времени. В августе 2014 года Россия предоставила Сноудену 3-летний вид на жительство, так что, возможно, он действительно скоро покинет нашу страну.